Всем привет! Вы на канале Кавка ТВ. Сегодня снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони». Вы уже давно мне писали, чтобы я сняла еще одно видео «Мама, купи мне пони». И вот этот день настал. Давайте начинать. Так, девочки, мы пришли в новый магазин. И он называется «Микс». Микс? Какое смешное название. Ой, глупенькая, ты не понимаешь, что ли? Микс означает, когда много всяких вещей в одном магазине. Ну, в принципе, да, ты права. И этот магазин, ну, еще как торговый центр, он такой большой. Вот, мы сейчас в него идем. Ура! Так, вот мы и пришли. Добрый день. Ой, здравствуйте. Мам, я не знала, что вы ходите в такие магазины. Ой, даже я думала, вы все заказываете. Ай, не толкайся. Отстань. Ми-ми-ми-ми-ми. Отвали от меня. Девочки, не ссорьтесь. Так, девочки, мне это уже не нравится. В каждый магазин заходим, и нам говорят... Почему у вас такие невоспитанные дети? Так что все, в этот магазин мы должны зайти нормально. И только попробуйте меня опозорить. Отойдите, отойдите. Так, а это у вас черешки тут? Да, мам, вот есть такая и такая. Беру вот эту пока что. Девочки, зачем мы пришли? Говорите мне. Ай. За игрушками. Вот за игрушками. Да какими игрушками? За юбочками мы пришли модными. Ты не видишь, что ли, вон там за платьями, за одеждой. Ой, какая же ты все-таки глупая. А я не глупая. Би-би-би-би-би. Блин. Я сейчас тебе, ага, сейчас я тебе покажу. Так, хватит. Девочки, прекратите. Опять вы меня позорите. Так, девочки, сейчас идемте за мной, посмотрим одежду. На мамочке хочу пони, посмотри, какой большой ассортимент пони. Пони, модница, мод, самая крутая модница Луна. Миссис Кейк, мистер Кейк. Их себе хочу, хочу, хочу всех, мама! Господи, у тебя психический голос, дорогая. Ой. Я же тебе говорила, никаких тебе пони нельзя. У тебя на них какой-то аллергический визг. Честное слово. Смотри, какая у тебя сестра спокойная. Да, ну так у тебя грива такая торчит. Это... Ой, ладно. Блин, какая у меня грива. Некрасивые. Мамочка, а можно я, ну, как бы... Ой, прости. Тоже посмотрю пони. Пони? Господи, я думала, ты уже закончила с ними. Вообще-то у меня, мам, нолих. А кого там собирала? Лалалупси, да? Да, мама. Ну, не знаю, иди посмотри. Мне главное, чтобы вы не покупали ничего. А смотреть, хоть целый день смотрите. Пожалуйста, мне же все равно. Мне главное купить себе шампунь, новую одежду, так как мы завтра идем, помнишь, к твоим друзьям в гости. Ну, купить продукты, там кошачий корм для нашей кошки. И еще купить расческу себе новую. Ясно. Мам, ну пожалуйста. Можно поняшу? Блин, не знаю, короче. Так, иди пока посмотри пони, а я пойду... Короче, что-нибудь себе выберу. Мама, купи мне пони! Мадам, вы слишком большая. Вы не можете, пожалуйста, мне не ломать кассу? Пардон. Господи. Ай, мы все упали. Вот так вот.
Мам. Да, мама. Ну можно на пони посмотреть? Я говорю, посмотреть, смотрите, ради бога, хоть целый день. Вообще-то мы работаем до 7 часов. Это был летаргический, можно сказать, ответ. Ой, извините. Так, ну что ж. Мне надо выбрать там какой-то размер. Вам помочь? Да. Мне нужно... А вы купите, пожалуйста, вот это вот прекрасное полотенце. Ну, смотрите, какой чудесный наборчик. Вообще-то, я ищу себе... А вы ищете себе, наверное, прекрасную увлажняющий крем. Вот так вот, вон он, смотрите, какой. Сейчас. Оп, маленький флакончик. Вы, наверное, его ищете, Ваше Величество? Да нет же! Ну, так, ладно, давайте, говорите, что вы хотите взять. Я хочу вот это вот платье. Вам помочь? Угу. Что было? У девочек. Ай, да блин, почему нам так не везет? Мама сказала, посмотреть можно. Остальное, в принципе, не важно. Подожди-ка. Ты до этого никогда не выпрашивала у мамы игрушки. Что тоже тебе понравились мои любимые пони? Так, не понравились, а дело принципа. Просто у меня в Инстаграм нечего выложить. А фотки из пони, может, наберут больше лайков. Как это вредно. Вечно все говоришь о взрослых, неинтересных вещах. Давай лучше мы с тобой поиграем в пони. Нет. Это глупо играть в каких-то пони. Лучше фоткать их и выкладывать в Инстаграм. Ты вообще плохая сестра. Я думала, ты будешь мне хорошей сестрой. Будешь играть со мной. Все, я пойду маме жаловаться. Да блин, почему у меня такие дочки? Господи. Мама, знаешь что? Она сказала, она будет пони выкладывать в Инстаграм. А со мной играть не будет. Да и правильно делает. Что? Мама, она обещала, что будет со мной играть. Ой, господи, ромашка моя. Я же тебе говорила, она от тебя старше. Ей 18 лет. Тебе, боюсь напомнить, тебе 6 лет. Хотя ты очень большая. Все, она с тобой не должна играть, потому что она уже большая девочка, а ты уже маленькая, точнее. Вот, лучше вот иди набери мне всякой еды, шампуня, такого голубого, кошачий корм, расческу. А я пока с кассиром поболтаю, мне надо узнать, какой размер нужен. Да, сейчас, королева, сейчас вам все расскажу. Эх... Не везет мне, не везет. Причем очень. О, ну я так хотела. Кошачий корм. Я так бы поняху хотела себе. А сестра думает, что если пони как бы эти купить, то вообще, то их надо выкладывать сразу. Возьму ведро моркови. Так. Дочка, ты взяла ведро морковки? Да, взяла, мама. Это хорошо, доча. Молодец. Так, я пошла дальше набирать. Так, расческу. Вот эту, да, доченька, правильно. И шампунчик. Все, мам, ты все взяла? Сейчас. Вот, доченька. Иди посмотри вот эти вот чудесные наряды. Вот эти, да, мам? Да, доченька. А, ты какого хочешь? Розовенький. Это хорошо. Дайте розовый наряд. Вот этот? Да. Полувешалка. Давай, примерь. Сейчас на другую, доченька. А, дорогая, примерь, пожалуйста. Ой. То есть, Лили, иди сюда. Да, мама, примерь вот это, пожалуйста. Хорошо.
Так, девочки, вы выглядите потрясающе, а как вам я? Тоже мы красиво. Но мне кажется, немножко мала. Это мне юбочка. Ой, тут и юбочка платится. Хотя, в самый раз. А эту юбку я не хочу взять. Она мне чуть не нравится. Так, ожерелье одеть. Ожерелье сейчас. Ой, сейчас, секунду. Мам! Чего, дочь? Ну, можно нам пони? Ну да, мам, можно пони? Девочки, сколько вам раз говорить? Нельзя, все, пошли уже. Мама, ну пожалуйста, посмотри, какая тут красивая. Я самую дешевую выбрала. Я услышала дешевое слово? Бегу-бегу. Я не знаю, дешевая ли она. Вроде показалась мне дешевая. Ты показывай, главное, не говори. Цену-то я сама могу узнать у кассира, да? Да, мам. Ну, ты маленькую или большую хочешь? Хотела бы большую. Ну, еще маленькую. Бери две, девочка моя, тебе можно. Тогда я беру вот эту вот маленькую, каденс. А большую хочу взять, ой, даже не знаю, может быть, мод. Вот, наверное, тут так много пони, может, принцессу. Да, принцессу хочу взять. Ты уверена, что тебе нужна принцесса такая большая? Хотя, не, она мне не нужна, потому что она не влезет мне в кадр. Возьму вот эту вот. Вот эту. Ну ладно, дочь, ты выбрала. Все, пойдем на кассу уже. Мы уже тут долго. Мама, можно мне пони? Нет, ты получила двойку вчера в школе, поэтому тебе нельзя пони. Ты получил двойку в школе, а еще говоришь о каких-то пони. Это вообще неразумно. Ну, мам, тоже пони-модницу. Надеюсь, не Луну за 5000. Ой, ди-ди-ди-би-би-би, тебя спрашивали. Так, хватит ябедничать. Так, иди пока что-нибудь еще возьми. Да, иду. Хочу себе еще взять вот такой вот спрей для волос. Молодец. Ладно, я тебе разрешаю взять маленькую. Я хочу большую. У тебя есть же маленькие? Нет, ни одной нету. А больших только 10. 10, господи! Это очень мало. Я тебе больше покупала. Хорошо. Ну. Ой. 410. Сколько? Сколько? 410. Мама. Мама. Мама! 410. У меня циферки перед глазами бегают. Господи, сколько у тебя? Тебе еще нужны? Да, мама. Мама. Бери, пока я вообще не умерла. У тебя столько их, я не понимаю. Вот тебе в эти не наиграться? Мама, у них мало. Мама, мало. А сколько должно быть нормально? 1000, 2. Ой, не падать, не падать. Бери одну, и на этом закончим. Какой у тебя зайчик нет? У меня тут нет только... Вообще тут много. И нет тех, которые у меня есть. Можно две взять? Одну маленькую, одну большую. Все, что я тебе разрешаю взять. Ну, маленьких у меня ни одного нету. Возьму. Пожалуй, вот эту вот красивую. Белую. А почему никто не берет меня? Ну, потому что, мама, у тебя некрасивое там выражение лица. Спасибо, доченька родная. А еще я себе, мама, возьму. Ой, даже не знаю, какую взять. Вот это вот Applejack сияющий. Все, я взяла себе пони. Ха-ха. Ну что ж, пошли на кассу. Пошли, мама. Так. Что за... Уже очередь набежала. Так, девочки, встаю. Встаем, давайте. В очередь. Так, давайте. Вот сюда вот это вот ставьте. Поняшек своих тоже ставьте.
Сразу говорим, на 5000. Если не хватит, то вы будете откладывать товар. Знаешь, мам, я подумала, мне кажется, и одной будет достаточно. Да? Ну, кого же ты возьмешь? Выбирай. Вот эту маленькую статуэтку или вот эту большую? Вот эту большую, эту статуэтку я поставлю. Это хорошо, потому что в сумме я посчитала, у нас получается 6000. Сколько? А теперь сколько? Было 6500. Сколько? 6500. Теперь ровно 6000. Что? Так быстрее надо что-то выложить, девочки. Может быть, твое платье? У тебя же дома, мам, еще такие платья. Ну да. Полностью. Согласна. Я забыла. Спасибо, что напомнили. У меня же дома новое платье, которое я вчера купила. Боже мой. Так, я свою юбку могу сдать. Так, юбку ты не будешь давать, так как вот у вас реально ничего нету. Вот это я согласна. Так, теперь получается 5000. Ой. Где-то 500 с чем-то. Ой, а столько стоит моя вот эта вот большая поняшка. Выложи ее, пожалуйста. Ну, блин. Я хочу вот эту лучше выложить. Пожалуйста, выложи любую. С блестками она некрасивая. А вот эту себе оставлю. Ой. А кто, ну, редкий? Сестра, а кто редкий? Вот это вот пони или с блестками? С блестками. Тогда я возьму себе с блестками.